Добрый день. Я бы хотела задать вопрос по поводу моей мамы. На сегодняшний день она работающая пенсионерка. Какие социальные гарантии она получит при увольнении? Подобные вопросы стали самыми популярными на прямой телефонной линии руководителей и специалистов предприятий Восточно-Сибирской железной дороги. Сегодня на дороге вынуждены экономить из-за сокращения объемов перевозок и, соответственно, снижения доходов. Эта самая экономия средств носит технический характер, однако иногда приходится прибегать и к сокращению сотрудников. Приоритет при этом отдается молодым кадрам и работникам среднего возраста. У пенсионеров, по большому счету, доход в виде пенсии, в виде дополнительной пенсии, накопления благосостояния, если он состоит участником данного фонда. А что делать либо бригадиру, либо монтеру пути? Если здоровый и крепкий парень потеряет работу. Политика сокращения пенсионеров, заверяет руководство дороги, будет проводиться максимально деликатно. Для них полностью сохраняются социальные гарантии. Индивидуально будем подходить к каждому. У кого-то билет, у кого-то, как вы сказали, суда, ипотека. Конечно, если этот пенсионер кормилец, единственный для ребенка. Участников прямой линии интересовали и другие вопросы – экономические и юридические аспекты деятельности, проблемы безопасности, здоровья и отдыха. Цель главная, основная в данной ситуации сегодня достигнута, то есть люди задавали вопросы, их волнующие, и максимально мы старались сделать так, чтобы получили исчерпывающие ответы. Понятно, что не на все вопросы можно ответить сразу сходу, но эти вопросы будут прорабатываться и соответствующим порядком доведены до работников, которые задавали. Подобные прямые линии на Восточно-Сибирской железной дороге теперь будут проводиться еженедельно.